еще секунду, и я вспомню себя. Это ощущение, что ты как-то очень близко подходишь к какой-то границе, за которой твоя настоящая жизнь. А что здесь ты как бы просто какой-то эпизод. Так у вас там принято, наверху у нас там принято. Я помню истину, я помню, как оно есть. Ты сейчас дома, ты в таком месте, в котором ты всегда и в котором ты будешь всегда, что бы ни произошло, ничего не может произойти. Это место, но место называется вечность. Вот ты в нем один, потому что двух быть не может, ты там торчишь, все, один такой сидишь. Ты начинаешь это вот дыхание чувствовать, ну, понимаешь суть. Для тебя не секрет, но ты понимаешь, просто, что ты человек. И ты живешь физически по правилам человека. Там больно, холодно, тоскливо, понимаешь, все переживаешь. А еще и в большей степени, скорее всего. Наверное. Потому что слишком дохера думаешь. Ты что-то думаешься. А потом тебе долбит так мощно. Может, потому что ты пытаешься, понимая все по-другому, ты ко всему все по-другому относишься. И поскольку все окружающее нас, это же проекция нашего сознания, мы об этом думаем. Но поскольку мы сами являемся тем же самым продуктом мысли, сами.